Здравствуйте, вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы в ботаническом саде. Поехали! Корона даже надета. Это огурец такой. Давай. Тут на улице мелкий дождь идет. Мы гуляем.
Слушай, ты тогда подавай. Ну да, каждому своё. Почему не сейчас я достану свою палку? Ты ее не выкинул? Почему не тебе? Сколько она взвелась? Блин, теплая. Да я шучу. Ой, хорошо, поперла. Да. Пошла. Надо все подробности приехать, а потом у нас живем их больше, то есть ребята больше как бы делают разного. На сайте там только базовые модельки, а они иногда делают такие, которые не повторяются. Да, здравствуйте. Еще что-то осталось, да, их очень много забрали сегодня, но они Ходи на тыкву посмотри. Там грибы. Грибочки. Это что, с глины сделано? Все, да. Приходите к нам лепить, сами будете тоже такие делать. Визиточку. Там не далеко до вас. Ну ладно, разочек можно будет приехать на мастер-класс. А речной? А мы с водной. Ну да, это очень далеко. Вот мы и встретились. А где вы там на речной? Фестивальный все это делает. Напротив всего континента. Бывшего, который, да. Смотри. Вот такая. Вот эту чашку. Да, я знаю. Но тем мне не нравится. Я вас понял. Здравствуйте. Да. Хочешь чаю? Давайте. У тебя свой YouTube канал? Да. А о чем он? Понятно. Ты дома пьешь чай? Да. Чудесно. Просто чудесно. На одну мне мало глоточка. 100 рублей стаканчик. Да. Не это? А. Как твои ощущения? Это габа. В процессе окисления происходит немножко по-другому. Днем повышается содержание этого вещества. Оно, в принципе, вырабатывается в нормальном человеческом организме, но при различных стрессах, там, интоксикациях и так далее, ну, вообще, практически у любого жителя города выработка немного сбивается. Были мыши, которые все воровали, но они не хотели воровать, поэтому они взамен оставляли маленькие орешки. Понятно. Такая мышка оставила орешки. Ребенок понятно. В школе сидит и может слушать, концентрироваться на том, что говорит учитель, несмотря на то, что вокруг там да, все бесится. Это значит, у него хорошо работают гамма-рецепторы. То есть он может ну, не обращать внимания на какие-то раздражители и концентрироваться на чем-то одном. Примерно так. Что? А это что за камень такой? Кристалл. А, это просто так?
Ну да, это кристаллы наши друзья. Пожалуйста. Он тоже в теме участвует. Да, конечно, он раздает. Да, чайное общество. Подходит к цветам. Я не понимаю, как они называются, но где-то должны быть надписи. Я, кажется, свои любимые цветы нашла. Георгены. Вот они, красные, беленькие. Вроде это не георгены или георгены. Я уже запуталась. О, какие цветы красивые. Вот я и другие начала любить. А я уже вижу свои георгеночки. Вот они. Мои георгены любимые. Хочу потрогать их. О, я их никогда не трогаю. Пахнет вкусно. Ой, какие интересные цветы. Я думаю, у меня будут не георгены, а какие-то любимые другие цветы. Я их тоже хочу понюхать. Ай, холит эти цветы. Наверное, так нормально. Вот так. Я до 30, честно. Еще раз, дай до 30. Очень вкусно цветы пахнут. Бобово, белое, есть красно-белое. Вот такие всякие цветочки. Живем мимо цветов и ищем папу. Это Жесю папу потеряла. Мама. Куда он опять от меня убежал? Давайте его искать. Какие интересные цветы. Молодец. Крупная надо, что ли? Ой, смотрите, какой большой. Шар прям. А, ку-ку-ку. Да, и этот хороший. А вот этот тоже хороший. А, вот это. Не помогает даже весь. Ну, можно чуть-чуть. А объектив-то уж очень большой. Смотрите, какие цветочки. Такие. Ой, тяжело показывать, конечно. Но я стараюсь. Вот такие. Сейчас какой-то цветок покажу. Во, какой. Вот это что за цветы? Прикольные. А вот это самые прикольные цветы, которые я пока видела. Хочу потрогать. О, прикольно! У меня распустились еще. Да, эти шикарные. Ну вот так вот мы и туда. Оп! Ну, хороши, да. Давай, веду тебя, подожди. Ну, зачем? Каждый год вы сами не берете. Да, каждый год. Ну, как-то так я вижу. Некоторые вообще завявшие, некоторые нет. Да, я не знаю, тут должны быть надписи. Хочу потрогать этот. Вот тут уже жук. Ну и ладно. Папа, рассказывай, где ты был. Я узнавал. Понятно, мы тебя с зрителями искали. Да то и цветы посмотрели. Я узнавал, вы сейчас пойдете там на мероприятие. Я узнал, как туда надо пролезть, с какой стороны. Чтобы вас можно поснимать было на видео. А то взрослых туда не запускают, только детей. Но я узнал все тайны, все дырки узнал. Все мне рассказали и показали. Так что вы увидите, что они там будут делать. Хорошо. Смотри, какие цветы. Вот. Угу. Красивые цветы очень. Мне понравится.
Но только жуков полно на них. Ну, жуки должны быть. Ну, красивые. Мы видели прикольные цветы, пап. Какая капуста. Будто капуста. Хочу потрогать ее. О, ну она какая-то жесткая. Это скоро мероприятие. О, вот это классная штука. Вот это классно. Самая классная штука. Мне эти нравятся штуки. Ладно, уже пошли, пока опять папу не потеряли. Идем на другое мероприятие. Мы, наверное, видели, как там прикольно было. Но не все вы, конечно, видели. Мы там еще впереди с палатки были такие, ну, нитки. И там мы еще кролики все. И там выходили мы тоже. И еще кино смотрели. Небольшое. Вот такой шарик. Вот такой шарик. Там было послание, папа его в карман положил. Ему было тяжело оттуда достать, так как ты его достала. Тут уже дождик начинается. Мы, надеюсь, успеем на все мероприятия и домой. Интересно, какое мне мероприятие больше понравится ли вам? Стой, там кто-то едет. Там кто-то едет. Так, давайте подойдем, когда она приедет к нам поближе. Пока, божья коровка. Мы пошли на другое мероприятие с папой. Эх, жаль. Ну, да, даже прикольно. Я уже там вижу какие-то фонарики, кафешки. Может быть, мы после мероприятия пойдем пообедаем. И, к сожалению, мы попрощаемся. А может и нет. Видите, какие цветы реально. Так прекрасно, что мне даже не могу, хочу взорваться от радости. Ой, дождик. Дождик чуть-чуть капает. Наверное, вам в камеру еще не попал. Повезло. Или попал, я не знаю. И вон, пока, божья коробочка. Вот тут уже пошли, еще раз проходим. Мы только туда шли. Идем, 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 идем. Побежали, побежали, побежали мы. Смотри, что мы нашли, пока искали. Мы следующее мероприятие наше. Детская программа путешествий «Сила леса». Грифен. Это туда, мы туда и собирались. Посмотрите, они не растут сейчас, они не в земле, они в горшочках. Она смотрит деревья. Красивый цветок.
Смотри, что я поймала. Я поймала. Я видела, прям как она на меня села. Я пыталась ее поймать, и она на меня прям легла. Я прилегла. Ну что это такое, я не знаю.